Всем привет! Я военнослужащий Российской Федерации. Как и многие другие, был отправлен на территорию Украины для называемой так проведения спецоперации, которая оказалась не спецоперацией, а на самом деле это полномасштабное вторжение на территорию Украины, которое несет за собой разрушение городов, уничтожение мирного населения, разрушение всей инфраструктуры страны. Я принял для себя решение, как и многие другие, вступить в легион «Свободная Россия» для того, чтобы защитить свою страну, Россию, от путинского режима, от этого беспредела, для того, чтобы можно было побороться за свое население, за то, чтобы они жили не в страхе, находясь у себя в стране. И так называемая демократия, которая создана путинским режимом, его марионетками, где человек мог свободно говорить, где человек мог свободно выражать свое мнение, не боясь того, что его посадят в тюрьму, чтобы население вздохнуло с полной грудью воздуха и можно было жить спокойно. Поездив по таким городам, как Ирпень, Буча, Гостомель, мы увидели на самом деле, что творят вооруженные силы Российской Федерации, то, что гибнет мирное население. Людей грабят, разрушаются дома, производится мародерство домов, у людей забирают все до последнего. И мы, как и многие другие, осознав это, вступили в легион «Свободная Россия». За сутки, буквально за сутки, было подано около 300 заявок, чтобы вступить в этот легион, чтобы освободить Россию дома у нас. Народ должен жить свободно. Они боятся того, что они могут быть ущемлены в своих правах и свобод. И была свобода голоса. Не был у них закрыт рот. Для тех, кто не знает, как вступить в легион «Свободная Россия», есть несколько вариантов. Либо приехать на территорию Украины, обратиться к вооруженным силам Украины. Либо также можно в любой точке страны, любой точке мира обратиться в посольство Украины, где вы пройдете отбор, пройдете проверку, соответствуете ли вы тому, что можете работать и действовать в этом легионе против путинского режима, его беспредела. Обращайтесь, все осознанные граждане, все те военнослужащие, которые находятся еще до сих пор на территории Украины. Обращайтесь. И вступайте в ряды легиона. Чем быстрее закончится война, тем меньше погибнет. В первую очередь мирных граждан, а также вооруженных сил Украины и вооруженных сил Российской Федерации. Всех граждан Российской Федерации и не только. Военнослужащих Российской Федерации, которые ведут до сих пор боевые действия на территории Украины. Мы призываем сложить оружие, пройти проверку и вступить в ряды легиона. Свободная Россия.